Там есть лифт. В лифте надо нажать кнопку этажа без надписи. За этими дверьми жизнь, о которой ты мечтала. Самолет. Он прилетел. На этот уикенд вы наши гости. Здесь абсолютно все возможно. Нет связи? Значит, все-таки не все. Добрый вечер. Меня зовут мистер Рок. Позвольте официально приветствовать вас на острове фантазий. Интересно, как это все работает? А что, если в твоей фантазии есть другой человек? Голограммы, как Тупак. А если это кто-то, кто уже умер? Тупак! А у тебя какая фантазия? Месть тому, кто в детстве меня травил. Твоя жизнь скоро изменится. Надеюсь, ты готова. Это очень хорошая голограмма. На каждого гостя только одна фантазия. И вы должны досмотреть свою фантазию до конца. Ее что, воскресили? Во что бы то ни стало. О, боже! Это точно она! Рорк! Я не этого хотела! Что за чертово место? Здесь умирают. Остров искажает наше желание. Нас привезли сюда не ради наших фантазий. А чтобы мы стали частью чужой игры. Я твой друг. Всегда мечтала это от тебя услышать. Остров фантазий.